Стоп, братишка, давай ты посчитаешь, сколько раз за этот ролик я зевнул. Кто ответит правильно, тот получит бонус лично от меня. Поэтому вдобавок скидывайте свой ВК в комменты с правильным ответом. Кто ответит правильно, тот получит бонус. Пока я не буду спрашивать, что это. Всем привет, с вами Эгбит. И сегодня я решил запустить новую рубрику на своем канале. Называется «Патруль в CSGO». Если вы хотите больше патруля, набираем 8 лайков и будет продолжение. Приятного просмотра. Трюденко Банжа. Он чекает мид. Есть череп, у меня сейчас демка немножко подавает. Ну, мне кажется, это им. Провокма не знаю, но им есть, по-моему. По-моему, что, это у меня пугает? Нет, это... Да, это ВХ, я им. Но он только... Он не мог знать, что он здесь. Учитель. Это ВХ, ВХ по любасу. Про другие не знаю. Был хлоп, мне кажется, тоже, но нет. Я еще посмотрю, конечно. И вот это, что он сейчас стрельнул вообще в стенку, это им. Какой-то у него тупой АИМ, на самом деле, он странно стреляет. Но у него есть скины. Типа, лол. Да с читерскими скинами! У нас с читерскими скинами, круто. Это контент. Реально. Прикольно. У него есть скин хороший на дигл. Ну, это ВХ. Это ВХ, это, блин, по любасу ВХ. Ну, блин, ну это не может быть не ВХ. У него даже на глок вроде есть скин. То есть, если это голден, то он немножко это... В последнее время всегда такой. Ну, это тут, конечно, может, не слышно. Вот сейчас будет два черка на мид. Он сейчас. Просто. Он пирка выходит, он сразу стреляет. Ну это как вообще? ВХ, а им, мне кажется, ВХ им. А им точно есть, ВХ точно есть. Сейчас проверим на бэхлоп. Вот. Но его забанят, скорее всего. А им, конечно же. Он только выходит сразу в голову получает. Он ни разу не промахнулся. Он ни разу не промахнулся. Он сейчас целился сразу на голову. Ну все, 4. У него есть скины. Это, кстати, прикольно. У читера есть скины. Я даже смотреть демку в замедленном режиме не буду, потому что я вижу здесь. Я им и вот на есть. Невозможно так играть. И убивают сейчас пеликана. Вот сейчас он кинул Молика прямо в челика. И бежит сейчас за ним с бухлопом. Все, это бухлоп есть. Все. Я вношу вердикт, я не хочу эту режимку посмотреть. Потому что тут реально есть. Помощь прицеливания и есть убедительное основание. Помощь в обнаружении и есть убедительное основание. Прицеливание, да. И другие вспомогательства есть убедительное основание. А препятствия нормальной игре недостаточно доказательств. А в угле... Ой. Левый сатом номер 4, это вещество относительно твердый металл, света серого цвета. Опубликовать вердикт. Все. Начинаю смотреть дела. Следующая демочка. Ну, конечно, странный проспел, не знаю. Не знаю, что ты мне подсказываешь, что это АИ. АИ по-любому. И ВХ. ВХ есть, да. Да, это ВХ. Ну, не знаю, мне так кажется. Ну, бот. Он за бота зашел. Да не, я говорю, что... Не, вот сейчас... Сейчас все нормально. Типа, сейчас все окей, но... Первые два килла... Они были очень подозрительны. Ага. Посмотрим еще раз в замедленном действии. Убивает бота. Ой, убивает, подозреваем.
он взял бота, да, он взял бота, он сейчас прямо навелся в голову этому противнику. Он два раза навелся на голову противника. И вышел, да, он вышел. Сейчас он выходит на префи и в голову. Вот его не было видно. Его не было видно. Нифига ты стреляешь. Я немножко ускорил. Вот он навелся на это ВХ. Я не могу сказать, что это не ВХ. Может быть, АИМа и нет, но ВХ. Оно есть точно. Вот все это ВХ этот. ВХ есть точно. Все это доказать надо, что у него есть АИМ или блин. Если это что-то есть из этого, то мы его баним по всем критериям, кроме последнего. Перезаряжается. Сейчас убивает голову. Попадает. Короче, как обычно. Он опять взял муху. Он постоянно с мухой играет. Там тоже подробил вроде челик, я не знаю, или мне так кажется просто. Типа чекает. Хотя знает, что там никого нет. И идет на эту штуку. Вот откуда он знал, что он именно сюда пойдет? Именно сюда. Вот откуда? Вот он сейчас чекает его. Страус чекает его. Фиалка тоже запрыгнул. И ждет. Он видит, что он стрейфит, пытается чекнуть. И выходит на префи прямо в голову. Как бы... Ладно, допустим, он его услышал. Но этого как его нужно услышать? Или увидеть? Он сразу через мох навелся на голову. Это доказательство, что у него есть ВХ. ВХ есть, но вот про АИМ я еще не знаю. Возможно, нет. Потом попадает в голову. Ну ладно, в принципе, стандартный килл. Ничего особенного. И его убивают... Его... Убивают сбоку. ВХ не может видеть все, поэтому он... Да. Подозреваемый взял бота. Будет делать что-то за бота. Сейчас будем смотреть. Убивает через смог и стенку в голову, наводясь при этом прям по модельке. И он ждет, это тоже ждет. Ну, то есть лосось тоже снимает. Он чисто на префаре, он стенку навез, у него АИМ есть. У него прицел был на стенке. И как бы он, по идее, должен был простреливать, а не убивать так. Вот он, у них там файт, он кидает гранату. Не попадает при этом. Вообще какой-то косой у нас. Подозреваемый. Он флешкой пытается убить или что? А, мне кажется, я понял, что... А, стоп, это не флешка была. А, нет, флешка была. Просто занятие, но здесь я смотрю. Короче, помог своему тиммейту сделать с нашему. Стреляет прям по модельке. Ну, короче, этот читер вообще не парится. И его надо написывать так, что он не читер, да? Я так и понял. Но он не может быть не читером. ВХ по любасу есть. Это вот прям ВХ точно. А им я пока на самом деле не наблюдаю. Ну, конечно, один момент был, но не знаю даже. Вот сейчас лосось выходит из палас. Он слепой стреляет. Мне кажется, это им. Точнее, лидербот, который самостоятельно стреляет. Лидербот же называется? Ну, вроде да. У него есть и Валхак, и Триггербот. Ну, возможно, АИМа нету. Но Триггербот есть точно. Ну, типа, тут кто-то у него есть. И у Страуса тоже есть ВХ.
Ну или его было слышно. Я смотрю в замедленном действии, поэтому не знаю, он шутил или нет. Он сейчас выходит и стенку стреляет, но это нет, это ВХ. Выходит. Стреляет. Нет, это АИМ и триггер бот. Короче, он сам стреляет. Ну типа, стреляет, но... Ну типа он стрельнул. Вообще не туда. Ну короче, вы видели то, что он стрельнул в воздух, а попал в голову. Это доводка. Доводка, короче, это АИМ. Вот, значит, чистик. Что-то он долго стоит. Обычная скорость, он опять стоит, я не знаю, настраивает свои читы, наверное. Трое террористов и тут Б. Один. Мидл. Ну, короче, все, это ВХ. Вот ВХ, я уверен, что у него есть. И триггер. Ну, это пипец, зачем читы качать? Типа, ладно, не знаю. Короче, смысл? У меня, кстати, по-моему, скины есть. Не сильно много, не сильно дорогие, но есть. А, простите, я утром записываю видео, хочу спать вообще. Так. Давай быстрее, что ты стоишь. Один террорист идет на мидле. Идет черт. На А. Наш подозреваемый идет. Через шорт. Стоит опять. Его тиммейты все убивают. А он как ничего не бывало. Просто. Короче, да, он чизер. Это вердикт, короче. Кстати, и у. Кто это сейчас стрельнул, не знаю. Ну, короче, у него вроде. Наверное, тоже есть. И это надо смотреть. Просто как бы он сейчас стрельнул. Прямо по модельке, точнее, прямо по нашему человеку, подозреваем. Выходит сразу в голову, вообще ничего не боится. Но все нормально. Типа, ВХ это точно, а вот АИМ я не знаю. Не, ну АИМ, АИМ, мне кажется, тоже есть. Ну, типа, потому что он есть, скорее всего. Так вот. И давай. Давай, убивай его с мозгом. Ма, а его, чтобы... А зачем ты стрельнул, бля, бля? Это... Наводка. Как бы... Я наводку не совсем ее вижу. Если мне дадут еще пару раундов, то я могу посмотреть. Наводка это или нет? Или это просто он стреляет? Нет, мне кажется, это наводка. Наводка по-любому. Хотя бы триггер. Триггер с наводкой. Триггераем. Триггербот. Ну, триггербот я им. Блин, у меня голос иногда такой странный. Вообще. Упс, ой-ой-ой, случайно. Как обычно, в голову, 4 головы поставил наш человек. Я говорю, что в каком-то каких-то моментах у него нет его выхода. Ой, а каких-то моментах у него нету, а им. Какие-то моменты есть. Я даже не знаю. По-моему, реально. Потому что он стреляет, по-моему, по телу. Попадает в голову. Сейчас посмотрим. Не знаю. Ну, я не знаю. Ну, нет, мне кажется, им есть. Пишите в комменты, как вы думаете, а им есть или нет? Вот, ой. Вот я думаю, что... А есть, а им есть. Потому что он только что стрелял в тело, а не в голову, а попал в голову. Это... Сейчас он ходит на префи и в голову, да, как обычно. Давай, прям в голову. И, кстати, это, походу, его скин. Или нет? Простите. Не могу прям. Так. Ускорим. Он опять стоит. Там челик в яме бегает. Его, в принципе, слышно. Но он опять стоит. Ждем. Может, эйс. Он опять стоит. Ты что же делать? Эй. Сейчас он кидает молик.
и флешку. Ну, на живом раунде я не могу сказать, что он будет читерить. Но если, понимаешь, сейчас... Не, если он сейчас возьмет чисто... ССГ, там, не знаю, что-нибудь типа такого... То будет совсем... кончено, потому что... Смысл? Типа... Тебя бросят на живой, типа, да, да, на живой, нож показываешь. А потом говоришь, типа, что... Нет, я тебя убью с ССГ. Ну, он, в принципе, убил с этой штучки. Нормально. Так, ну, помощь прицеливания... помощь прицеливания есть, убедительное основание. Помощь в обнаружении есть, убедительное основание. Другие вспомогательные средства, я даже не знаю, есть или нету. Ну, недостаточно доказательств и недостаточно доказательств, а популяюсь примерно. На вот я не вижу. Понял еще. У него. Я не понимаю, почему. Два в ноль. Окей. Ну почему он читер, если он играет с таким шотом? Ладно, если бы у него хотя бы 4-0 уже было. Кели водит мышкой, почему-то не знаю. Типа он не такой активный, он просто так смотрит что-то, просто ходит. Не знаю, мне кажется, это сильвер и там был новый, что-то такое. Чекает сразу в голову. ВХ есть. А им я не вижу пока. Не, а им, конечно, он вроде был. Но, не знаю, сейчас посмотрим. Смухи он показал, что он ВХшник. Поэтому... Он уже по ВХ забанил. Сразу. Мне кажется, это им. Тайм. А им ВХ. Пропустил телек одного. Простите, не могу себя спать, шучу. Сейчас опять спрефа даст голову. Прям, да. Ну тут твоим ВХ. Сейчас посмотрим, бухоп есть или нет. Если есть бухоп, то погоним его по всем трем критериям. Простреливает просто стенки и все. Раз в голову. ВХ есть, а не есть. Все, мы это поняли. Довольно прекрасно. Еще. Не, я в принципе могу скопировать. Поэтому я могу сделать. Короче, посмотрим. Посмотрим, я не скрины. Ага, а читер против тизера. Что-то у него не очень читы на самом деле, если не тизера промазал вообще. Голову получил. Бан. Бан. Давай еще. Давай эйс. Бан, гол. Бан. Да, всё, эйс. Ну, это ВХ им. Вспомогательных средств я не вижу. Он не выхопит, он вообще не выхопит. Я посмотрю, в принципе, еще катку. О, я посмотрю еще, в принципе, демку, но я не уверен, что найду что-то здесь прикольное. Throwing a grenade.
Есть, есть. Другие смотрите, я не до сня не увидел, бухопа не было, привязано, наверное, недостаточно доказательств. Опубликовать вердикт. Все, спасибо вам за просмотр данного видеоролика, а теперь смотрите конкурс. Погнали. Ну что, ты посчитал, сколько раз я зевнул? Если да, то быстрее пиши. Кто первый напишет правильный ответ, тот получит АВП Фобос. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Эгбит. Всем удачи и всем пока-пока.